Святыми Джай Сивы? Я думал, такие, как ты, должны охранять фараонов. Я Меджай без фараона. Видишь? Это же мое имя, Нак! Тебя найдут. Найдут и убьют. Во сне! Во сне я больше не сплю. Я жду в тенях. И я убью вас всех! Каждого, кто дышал воздухом Сивы в тот день! Хозяина, но не добил меня. Большая глупость. Твой хозяин был убийцей. Я его телохранитель. И это вопрос чести. Я Меджай Сивы. Значит, ты достойный противник. Тебе будет проще. Один из нас останется здесь навечно. Пусть лучше ты. Хватит сражаться. Я не хочу убивать тебя. Вопрос чести. Деремся насмерть. Ну что ж. Нек, мне не выйти. Цепиться. Как же мне пробраться дальше? Куда лезут эти скоробеи?
Должно быть, этот храм построили много веков назад. А, вон там. Свет. Стена. Солдаты. Конечно. Взять его! Умри! Кобзапа! Берегись! Майя, это ты? Да. Мы в ловушке! Это я вижу! Это Миджай! Убить! Ну же! Миджай мой! Убей его друга! Ты же должен быть мертв! И будешь мертв! Уж мы позаботимся! Тебя новые друзья. Они устроили засаду. Хорошо, что я пришел встретить тебя. Как я рад! Ты отпустил бороду? Год не виделись, друг мой. Сладкий вкус битвы, я его уже забыл. В Сиве все подчиняются солдатам, боятся их и смерти. Я убил человека в маске. Цаплю. Еще четверо. Идем. Ты поди устал. Отдохнешь. Нет. Не могу. Сначала я выпущу кишки всем тварям в масках. Боги! Как же я скучал. Где твой верблюд? Как вы тут справляетесь без меня? А, нам не просто, Байк. Ты ушел, люди хотели, чтобы я поддерживал порядок. Но солдаты разбили здесь лагерь и делают, что хотят. Лагерь в Сиве? Толемей держит эти земли в повиновении. А я лишь пытаюсь уберечь людей от беды.
Рад, что ты здесь. Сделай, что смогу. Но не забывай, у меня есть своя цель. Знал, что ты нам поможешь, Сэнни. Что случилось? Солдаты не знают жалости. Если думают, что кто-то им соврал, сжигают всю деревню. Или что похуже. Вот ты и дома, бай. Все ведь тебя заждались. Домами, детьми и жизнями вы всецело обязаны. Люди словно опустошены. Угрозы, допросы, вымогательства, поборы, избиения. По всему оазису. Мы все научились подчиняться и прятать взгляд. Ты сам все видишь. Не привлекай внимания. Домой собираешься зайти? Это уже не дом. Расскажи про Ибиса. Медунамон. Он здесь? Он проклятие нашего оазиса. Сам видишь, с его прибытием солдаты как с цепи сорвались. Раньше они дрались с крестьянами только с пьяну. А с тех пор, как тут Медунамон, они стали собраны и жестоки. Все больше причин убить его. Будь осторожен, бай. Он с виду хлипкий, но на деле... дом. Оставь верблюда, далеко он не уйдет. Ну что, пойдем. Отдыхай, друг. У тебя был тяжелый день. Нет, отдых не для меня. Нужно готовиться к бою. Хебзепа! Хебзепа! Солдаты снова! Байк? Рабия! Рабия! Я так боялась! Конечно, боялась. Ты ведь меня знаешь. Ну и ну. Раны, ушибы. Ерунда. Сядь! Все поправим. Ты все такая же. Айю, тебя. Сколько ж я вас лечила. Защищала от старших. Все изменилось. Но ты так же крепок. О, великий Осирис! Думал, ты не проснешься. Рабия перевязала меня, и я... Я решил не будить. Бой с Медунамоном потребует много сил. Кстати, друг... О, лук! Попробуй пострелять. Старайся целиться прямо в голову. Одна из мишеней прочнее остальных. Вон там есть еще стрелы. Отлично! Мне нравится. Давай еще.
Ну? Эбзефа! В чем дело? Тебя ищут солдаты! Ну, идем, живо! Проследи, чтобы никто не покинул дом живым. Хебзефа! Нужно поговорить! Намарх Руджик убит! Возможно, виновен твой друг Меджай! Выходи! Помоги очистить его имя! Устроим засаду. Нак! Теперь они найдут письма и сожгут мой дом. А меня казнят. Не бойся. Я с этим разберусь. Осторожно. Кто здесь? Покажись. Тихо. Он слишком близко. Эй! Теперь остальные. Нельзя оставлять тела на виду. Мы застанем его врасплох. Тише ты. Здесь его не найду. Я готов. Кто следит за силой? Сюда! Как ты? Еле ползешь! Тебе не жить! А! Погоди! Сюда! Тревога! Прощайся с жизнью! Ты заплатишь за это! Готово. Спасибо. Я же говорил, эти мерзавцы ничего не боятся. Самоуверенные мерзавцы. Все так. Пойдем наверх. Я расскажу об обязанностях Меджая Сивы. Все горести Сивы здесь. Я пытаюсь помочь каждому, но я один. То есть ты не обладаешь божественной силой? Но наша главная беда — этот человек, Медунамон. Люди надеялись, что он все изменит. Мол, жизнь наладится. Вскоре мы узнали правду. Слушай. Я всерьез
опасаюсь за твою семью, жрец. Отправлю их в более безопасное место. Вот этот человек твой враг. Я найду его и убью. Медунамон намного сильнее, чем кажется. И окружил себя лучшими воинами. Мне все равно. Ты погибнешь. Чтобы убить этого тощего мерзавца, нужна подготовка. И уж точно доспехи получше. А, я сделаю их сам. С оружием сложнее. Солдаты унесли из деревни все. Поговорю с кузнецом. Да, думаю, Бенипи поможет тебе с этим. Может, и Сену найдет что-нибудь. Сену? Сену жива? Смотри, кто это. Сену, это ты. Красавица. Рабия выходила ее. Спасибо ей. Людям нужна твоя помощь, Баек. И они готовы помочь тебе. Понимаю.